случилось? Где? Где я? Потом видео был показан нормальным. А здесь он показан как будто все. Так, у нас 10 патронов всего. Как бы мне их попасть правильно? Все. Нету ни оружия, нету ни бинокля, ни ночного видения, ничего нету. О, боже. Куда мне идти? Спрыгать, что ли? Ну, пока другого варианта я не вижу. Ну, давайте попробую. Ну, в реальности ты уже мертв, если упадешь с такой высоты. Так, у меня нету ничего. У меня нет оружия. Как мне выживать? Надо выбираться. Их тут очень много. Я даже не знаю, в какую сторону идти. Ну, нет смысла стрелять, патронов нету. Даже этого не убил. На то он и последний уровень практически. Что? Что случилось? Где? Где я? Ну. Ладно, убивай. Что, если уже потерял здоровье, я предпочитаю заново начать. Что случилось? Где? Где я? Ну давай, поближе подойди. Блин, зачем я режим этот поставил? Ну, убивай. Что? А он изначально стоит. А нет, не стоит. Где? Где я? Да что такое? Я же его убивал. Что? Что случилось? Где? Где я? Ладно. Можно ж не убивать его, можно просто спрыгнуть. Тут надо, короче, как-то пробираться тихенько. Правда, я не знаю как. Может, под водой? Не, ну если заметили, то все. Надо сверху просто посмотреть, куда идти. Потому что я не вижу, куда идти. Где? Где я? Не убил. Ага, я нашел, где вертолет, я вижу его. Надо этого убить снова как-то. Почему я не могу попасть по нему? Давайте тогда так, вот сюда дойду я. Присяду. Да что за дела? Как я его убил раньше? Все патроны, что ли, в него всадил? Где? Где я? Все. Сейчас надо посмотреть, короче, как идти куда. Какие тут варианты.
Можно через правую сторону обходить. Можно через воду. Нам нужен вертолет, походу, вот этот. Меня кто-то увидел даже уже. Они все меня увидели. Это глюк игры, реально. Когда ты приближаешь, они тебя начинают видеть. Ну, то есть мне надо вон туда. Какие тут еще варианты? Да никаких, только прыгать в воду. Правда, они меня уже все ждут. Может быть, они плавать не умеют? Никого не вижу. Но кто-то здесь есть. Это похоже на выход. Это похоже на выход, но мне нужно патроны какие-то взять где-то. Ну, наконец-то. Я не мог связаться с вами какое-то время, Джек. Все окей? Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял, понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепления. Они как раз неподалеку от тебя. Сзади кто-то убил. Да, он слепой. Так, ой.
тут еще парочку монстров. Все. Справился. Жалко, что патронов мало. А где все? Они все перестали? Всех убили? Так, вот. Вначале патроны хоть какие-то найти. Так, у этого патроны где они? Где оружие его? Было ж у него оружие. Я кого-то слышу. Кто-то тут есть. Но у меня 57 патронов, это очень мало. А кто стреляет? Идет сюда. Дойл, моя рука зеленеет. Похоже, ты все-таки заразился. Ну я же вколол сыворотку. Сыворотка спасает при обычных обстоятельствах. Видимо, произошла утечка, перенос идивший воздух мутаген. Так заразился Кригер. Кригер заражен? Он разработал для себя препарат, не допускающий распространение мутации по телу. Уверен, он у него с собой. Попробую уговорить его выделить мне пару капель. Сохранение здесь. Жалко, что я взял бронежилет и сразу же потратил его. Подожди, а где М-ка моя? Что это за оружие? У меня какое-то новое оружие появилось. Оно и раньше, наверное, было. Я никогда не замечал просто. Ну, не подбирал его. Хотя нет, вот она, М-ка моя. Это я от страха, наверное, кнопку нажал не ту. Что, пойдем наверх, посмотрим, что тут. Так, вот это можно убрать. Оружие. Мы возьмем вот это. Смотрите, как он лежит красиво. Ну, там остались, да. Но там ничего нету, поэтому нет смысла их убивать. А мы начинали вообще вот там. Надо заценить это оружие. Оно, наверное, мощное. Выглядит устрашающе. Так, у нас тут типа вулкан какой-то будет.
Я кого-то где-то увидел. Джек, ты направляешься в центральный офис Кригера. Он находится на краю кратера вулкана. Кригер сдерживает извержение за счет какого-то мощного стабилизатора. Надеюсь, там ты найдешь его и Вэлл. Пора покончить со всем этим. Я тоже нахожусь. Успокойся, все почти кончено. Что тут происходит? Ничего не вижу. Что, я в лаву упал? В лаву падаешь, все, сразу конец, гейм овер. Тут можно по правой стороне как-то ехать. Я думаю, может не убивать их. Да ехать еще б знать. Ну точно не сюда. Понятно, куда ехать. А, можно вид поменять, реально. Сейчас мы с этим видом все сделаем. Что так ничего не видно. Так, походу сюда. Нет, не сюда. Да, тут их много. Так, тут тачка, надо ее уничтожить. Я, наверное, слепой, где тачка? Она внизу, что ли? А, вот яхта, кстати. Смогу я тут спрыгнуть? Все на мало здоровья, поэтому чуть-чуть рискую. А можно в воду, кстати, спрыгнуть было, мне кажется. Нет, надо наверх идти. Наверх. Офис Кригера должен быть совсем рядом. Я уже на причале. Направляюсь к тебе. Встретимся там, Дойл. Не сомневайся.
Ты уж так попал по мне. Так, ну что, я здесь, может быть, в безопасности? А, вот кто по мне стреляет. У меня нет снайперки. Как же мне его убивать? Хорошо, у меня есть базука. Можно базукой убить. Все меня видят. Что за бред? Да что ж такое? Так, ну все, мы этих убили, но здоровья очень мало. Даже патронов особо нету.
Все, там чисто. Осталось тут парочку, трое, да? Как бы мне тут не разбиться еще. Что тут высоковато. Что ж такое? Блин, без видения я не хочу идти. Подожду чуток. Ну, он где-то так вот, примерно. Вот тут. Фух. Это было круто. Так, куда нам надо? Идите в лабораторию. Лаборатория на краю вулкана. Окей. Патронов достаточно. Пойдем внутрь. Там, наверное, целый уровень внутри будет. Или это будет последний? Хотя нет, это не будет последний. А нет, наверное, это и есть последний уровень.